Добрый день, дорогой друг. Если ты смотришь это видео, значит, скорее всего, ты уже зарегистрировался на платформе WinWin People Capital, и я тебя с этим поздравляю. И сегодня мне хотелось бы рассказать о возможностях, которые открывает для тебя эта платформа. Ну, прежде всего, представлюсь. Меня зовут Савич Сергей. Я заключил контракт с платформой совсем-совсем недавно, буквально 2 недели назад я начал работать активно. И что меня здесь привлекло? В первую очередь меня привлекло то, что я занимаюсь построением клиентских сетей уже много лет. Максимальный результат в одной из компаний. Я построил клиентскую сеть более 180 тысяч человек в 25 странах мира. Там было выращено 7 долларовых миллионеров. Очень много людей зарабатывали чеки по 10, 20, 30, 50 тысяч евро ежемесячно. Вот. Но, к сожалению, компания ушла с рынка. И пришлось опять начинать строить бизнес. Открывал свою сетевую компанию. Есть 10-летний опыт работы в банковской сфере. В общем, опыта много. Но вот как только я пришел в бизнес, у меня была мечта. И у меня была цель. Почему мы продвигаем какой-то один продукт? Почему мы вынуждены продвигать один продукт и доказывать людям, что вот он лучше, чем остальные? Не проще ли дать возможность зарабатывать на том, что люди потребляют не то, что мы им предлагаем, а то, что им нравится? А ты получаешь возможность иметь процент со всего дохода. Собственно, на этом зарабатывают супермаркеты, на этом зарабатывают торговые сети. Вот. И вот теперь у вас, мой друг, если вы уже зарегистрировались на платформе, появилась исключительная возможность зарабатывать на любых своих покупках. Да-да, я не оговорился, именно своих покупках. Как сказал кто-то из великих людей, не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько у тебя остается. Именно это делает нас либо богатым, либо бедным. И вторая возможность, которую дает платформа, это зарабатывать на чужих покупках. То есть на покупках любых людей, имея процент с огромного товарооборота, который так уже делается. Кэшбэк платформы на сегодняшний день в мире набирают бешеную популярность и делают триллионы долларов товарооборота. И весь вопрос, хотите ли вы в тренде, хотите ли вы этим пользоваться и сделать так, чтобы эти обороты приносили вам доход. И сегодня я расскажу, какие возможности открывает для вас платформа WWP Capital. Ну, первое. Вы зарегистрировались абсолютно бесплатно. И, соответственно, любой абсолютно человек может бесплатно зарегистрироваться на платформе и уже начинать получать кэшбэк в огромном количестве магазинов. Что такое кэшбэк? Это возврат денег, которые мы тратим. Вот посмотрите сейчас на экран. Да, то есть вы видите магазины разные. Здесь продаются и продукты питания, и техника, и одежда, и косметика, и спортивные товары, и все что угодно. То есть магазинов на платформе у нас на сегодняшний день более 650. И посмотрите, красненьким показываются те кэшбэки, которые получает каждый человек, делая покупки в этом магазине. Ну, давайте пример простой возьмем с продуктами питания. То есть, вот мы с вами видим, есть магазин Ашан. Обычно многие люди каждый выходной отправляются всей семьей на закупку продуктов питания. Да, и у большинства семей в нашей стране, да и не только в нашей стране, во всем мире продукты питания составляют львиную долю семейного бюджета. Соответственно, люди тратят время, потом с этими сумками едут домой. Благодаря нашей платформе вы можете, не выходя никуда из дома, заказать те же самые продукты по той же самой цене. Вам их привезут домой, часто бесплатно, и вы еще с этого получите кэшбэк. Вы сэкономили время, вы сэкономили деньги. Это очень выгодно. Когда же вы про эту возможность рассказали другим людям, и они поехали, вернее, не поехали, они, выходя из дома, начали заказывать разные продукты, товары и услуги, вы с этого оборота получаете процент. Они свой кэшбэк, а вы процент.
Смотрите, и они выиграли, и вы выиграли. Вот это называется win-win. Выиграл-выиграл. Именно так называется наша платформа, которой мы пользуемся. Но мы сейчас с вами подробно рассмотрим, как это работает. Первое. Мы посмотрели, какие скидки есть, какие магазины есть. Магазинов более 600, 50. И, по сути дела, вы найдете здесь абсолютно любые товары и услуги, в том числе билеты на самолеты, турпутевки, бронирование гостиниц, как я уже сказал, услуги. Ну вот все, что в голову придет, здесь в принципе все есть. И как я уже сказал, если вы зарегистрированы, вы можете всем этим пользоваться. Ну вот здесь есть несколько примеров. Допустим, часто у нас магазины еще проводят всевозможные скидки до 90%. То есть, и когда вы получаете скидку, участвуете в какой-то промо-акции, вы скидку получаете, все равно кэшбэк. Если вы используете уже какие-то карточки банков, которые дают кэшбэк, вы еще кэшбэк и от банка получите. Все это сложится, и, соответственно, вы получите доход все вместе. Вот здесь есть несколько примеров. Но вот самый интересный, наверное, пример — покупка смартфона. Посмотрите, 7000 рублей с лишним человек сэкономил, покупая смартфон через нашу платформу. Итак, у нас есть на самом деле два клиентских входа. То есть первый клиентский вход абсолютно бесплатный, он статус Silver дает, вот слева в левой части экрана вы его видите. То есть, и его получил уже любой человек, который зарегистрировался на платформе. Но любой человек может приобрести для себя статус Gold, это карточка такая Gold. То есть в своем кабинете в разделе магазин он может купить эту карточку. Что она ему дает? Во-первых, у него сразу в два раза увеличится кэшбэк. Из первой же покупки, как вот, например, мы на примере смартфона видели, да, то есть эта карточка уже отбилась, ну и дальше пошла чистая прибыль на всю жизнь, потому что карточка покупается один раз и на всю жизнь. И эта же карточка дает второе преимущество. Теперь вы можете рассказывать своим друзьям, да и не только друзьям, про нашу кэшбэк-платформу. Они приходят, получают свои кэшбэки, вы получаете процент с их покупок. И вот здесь я часто привожу пример. Представьте, вот подойдите в выходные к любому большому продуктовому супермаркету и посмотрите, сколько там машин подъезжает и уезжает. А теперь представьте, что с каждой этой машины вы получаете по доллару. Неплохо бы было. Что для этого нужно? Дать этим людям информацию, что не нужно ездить, не нужно тратить бензин, не нужно тратить время. Вам все привезут. Еще и кэшбэк дадут по тем же ценам. А часто в интернет-магазинах цены ниже, чем на прилавках. Поэтому это выгодное предложение. Так вот, запомните, есть простое, есть карточка Gold, 34 евро. То есть она уже дает вам вот такие преимущества. Но мы сегодня с вами будем говорить больше о бизнесе. Вот это были клиентские варианты. Соответственно, умение управлять деньгами — это, наверное, главное, что делает людей богатыми. И наша задача была не только создать кэшбэк-платформу. Это очень выгодно, это очень большую прибыль приносит людям, которые ею пользуются. А наша задача — создать экосистему, где любой человек может получать разные выгоды и разные источники дохода. И вот посмотрите, следующее, что мы будем запускать, это линейные бизнесы. Соответственно, сейчас, когда мы запустили платформу, и она работает, она разрабатывалась 4 года и запущена в мае 2017, соответственно, платформа работает, но мы при этом кормим банки, мы даем зарабатывать платежным системам и так далее. Поэтому следующим шагом, который мы будем делать, мы откроем свой банк, причем по новым технологиям, на платформе блокчейн 3.0. Но об этом мы будем как-нибудь отдельно поговорим, я сегодня не буду забегать вперед. И любой партнер компании может стать совладельцем этого банка, уже сейчас приобрести опционы, которые дают акции этого банка, и, соответственно, получать уже пассивный доход, потому что кто-то говорит, я не хочу никого приглашать и так далее. Пожалуйста, будьте инвестором за смешные деньги на этапе входа. Вы входите в очень большой бизнес и можете получать с этого доход. Вот, совсем недавно мы заключили контракт с одной из компаний, которая разрабатывает платформу блокчейн 3.0. Опять говорю, не буду забегать вперед и рассказывать, что это такое, но это очень крутая тема.
которая позволяет уже сейчас легально использовать криптовалюты. Вот. Поэтому у нас это в банке будет, и мы будем одними из первых на рынке, кто это делает. А почему мы выбрали именно банк? Потому что динамика этого рынка сейчас стремительно растет. Вот здесь вы видите цифры, прирост очень значительный. И более того, я думаю, что через ближайшие 5-10 лет, как сказал Греф, банков в том виде, в котором они существуют сейчас, не будет вообще. То есть будут только цифровые банки, работающие на другой платформе, в том числе использующие технологии блокчейн. Поэтому мы с вами чуть-чуть уже начинаем жить в этом будущем. Соответственно, следующим шагом мы хотим создать свою платежную систему. Мы хотим создать свой кэшбэк офлайн. То есть не только вот на сегодняшний день вы можете заказывать продукты, товары и услуги через интернет. Соответственно, мы сейчас готовим еще мобильное приложение, которое позволит делать кэшбэк офлайн. Почему именно в таком порядке? Потому что я знаю, сейчас есть компании, которые начали с кэшбэка офлайн. Они подключили там магазины мелкие, да, которые, может быть, совершенно далеко от вашего дома, и от того, что вы подключитесь к этому, толку вам никакого не будет. Идти ходить самому в магазины подключать — это трудоемкая история. Мы пошли от другого. Мы дали возможность людям сразу в крупнейших торговых сетях, которые работают, где самые выгодные цены, уже пользоваться товарами и услугами, не надо никого подключать, уже получать свои выгоды. А вот когда понравилось, пожалуйста, можно все остальное запускать. То есть наша задача, как я уже сказал, создать экосистему. И кэшбэк офлайн — это тоже рынок, но он по сравнению с крупными монстрами очень маленький. Там, наверное, возьмем 100 тысяч магазинов маленьких, делают оборот все вместе меньше, чем AliExpress, например, одна компания. Вот, а у нас таких 650. Именно поэтому мы начали с крупных компаний на платформе. Наша цель за 5 лет иметь на платформе порядка 10 миллионов клиентов, чтобы 10 миллионов клиентов пользовались платформой, получали свои выгоды. Вы спросите, в чем выгода компании, например, компаниям продавать продукты через кэшбэк-платформу? Все очень просто. У любой компании, которая продвигает любые товары и услуги, есть рекламный бюджет. И их основных задач две, то есть привлечь клиентов и удержать клиентов. Именно на привлечение клиентов тратятся бюджеты рекламные, а потом еще всякие стратегии, как удержать клиентов. И часто рекламные бюджеты просто сливаются впустую. Если, например, еще там 10-20 лет назад, когда экономика была дефицитной, любой товар, который выходит на рынок, имел своего покупателя, то есть спрос, да, превышал, вернее, предложение было меньше, чем спрос. И, соответственно, все, что нужно было сказать, что у нас есть вот это, у нас есть вот это. Ну и, соответственно, люди покупали. Сейчас все поменялось, рынок перенасыщенный, и выпускать какой-то продукт, новый товар или услугу вообще не составляет никакого труда. Конкурировать на уровне товара сейчас практически на рынке бесполезно, потому что технологии до того дошли, что на 3D принтерах печатают все, что угодно. Вот. Сейчас другая проблема. Как привлечь именно к своему товару, именно своего клиента, и как его удержать. И вот реклама, которая раньше работала, там дали объявления в газетах, на телевидении, люди шли, теперь не работает. Люди, во-первых, не смотрят рекламу, а во-вторых, при перенасыщенном рынке это уже не работает. И почему сейчас рекламодатели все отдают бюджеты как раз на кэшбэк-платформе? По одной простой причине, потому что там они платят за реальную покупку, за клиента, который уже пришел. То есть они ни копейки рекламного бюджета не сливают. И таким образом и бюджет сохраняется, и они получают клиентов. И они получают вторую вещь. В чем наша фишка, чем мы отличаемся от всех других кэшбэк-платформ? Ну, первое, это размером кэшбэка. То есть мы даем самый большой кэшбэк, особенно если на голд-статусах смотреть. А во-вторых, самое главное, мы еще и удерживаем клиентов, потому что мы своим партнерам даем возможность зарабатывать до 10 уровней в глубину. А любой клиент у нас может стать партнером. Для этого ему достаточно один раз приобрести франшизу, и об этом мы сейчас с вами поговорим, как это работает. И, как сказал Ротшильд, вы не можете разориться, получая прибыль. Поэтому любой человек у нас, заключив контракт
даже не контракт, а просто зарегистрировавшись на платформе, уже получает прибыль. Ему ничего для этого не нужно. И из семейного бюджета он там порядка $1000 может сохранять каждый год, просто пользуясь теми же самыми товарами и услугами, но через платформу. Вот. У компании очень профессиональная команда сейчас основателей собралась. Филипп Робияр – это человек, которого я знаю более 15 лет. И более того, это человек, который, собственно, благодаря которому я стал долларовым миллионером, благодаря которому заработал свой первый миллион долларов. Все проекты, которые запускали мы с ним вместе, именно эти проекты делали миллионные обороты. И, соответственно, там люди зарабатывали хорошие деньги. И вот он сегодня главный акционер компании. Это человек, который воспитал более сотни долларов миллионеров. Наталья Ярославцева является вице-президент по развитию основателя. Это человек, который бизнесом занимается тоже уже очень-очень много лет. Соответственно, является психологом, коучем, проводила и организовывала различные семинары, обучая людей развивать бизнес. Игорь Яковлев, исполнительный вице-президент, это человек, который как раз создал эту платформу, который отвечает за все техники, технологии, с высочайшим образованием, очень грамотный, очень начитанный, человек, который, ну, человек цифр и бизнеса. Он более 20 лет работал в кэшбэк-сервисах и в различных финансовых институтах. И, соответственно, прекрасно разбирается во всех этих инструментах. И он в том числе будет запускать Digital Bank. Ну и Антон Агафонов. Человек очень известный. И как инфопредприниматель, и как человек, который строил сетевой бизнес 17 лет. Один, наверное, из первых, кто начал заниматься обучением профессиональным MLM людей, которые занимаются в бизнесе MLM и MLM лидеров. Написал много книг, создал программу «Время MLM», проводит различные форумы, семинары, собирая лучших представителей в этой области. И вот каждый из этих людей уже зарабатывал хорошие деньги. Каждый из этих людей уже состоялся как предприниматель, как успешный бизнесмен. Но именно вместе собравшись, эти люди создали очень хорошую команду и запустили проект, ну, который, вот, по моему мнению, появляется там один раз в 10 лет и дает возможность большому количеству как людей физлиц пользоваться товарами и услугами и зарабатывать на этом, так и предпринимателям продвигать свои товары и услуги, убирая всех посредников с рынка. Так вот, теперь давайте поговорим о бизнес-партнерстве. Это было такое большое лирическое вступление, и хотелось бы поговорить о бизнес-партнерстве. Как стать бизнес-партнером и как получать доход со всех покупок всех людей в мире. Как это работает подробнее. Итак, любой человек может зайти на платформу и абсолютно бесплатно зарегистрироваться. Что он получает? Он получает доступ к более 700 магазинам и, соответственно, может делать покупки в этих магазинах и получать кэшбэк со всех своих покупок. Соответственно, любой человек, бесплатно зарегистрировавшийся, получает статус Silver, вот здесь вы видите, и он также может помимо кэшбэков участвовать в промо-акциях компаний и получать всевозможные скидки. Помимо этого, любой человек также может купить карточку Gold, это виртуальная карта, стоит она 34 евро, платится один раз и на всю жизнь, и человек становится VIP-клиентом. Я думаю, все любят быть VIP-ами. Что у нас получает VIP, помимо красивого слова VIP? Он получает сразу почти в два раза больше кэшбэк, он получает возможность лично приглашает на платформу других людей и, соответственно, с их покупок получать процент. То есть люди получают свои кэшбэки, а он получает дополнительную выгоду, дополнительный процент от платформы. Ну и третье, что он получает, VIP-клиент имеет право предложить другим людям карточку Gold. И если человек, зарегистрирующийся, от него покупает карточку Gold, этот человек получает 17 евро за свою рекомендацию. Таким образом, всего две рекомендации возвращают вам ваши потраченные деньги на карточку Gold. Ну, также одна или две хорошие покупки полностью отбивают карту и дальше получает человек чистую прибыль. Соответственно, это вот два клиентских входа, которые позволяют пользоваться платформой. Но если вы хотите
не просто пользоваться платформой, а хотите получать дополнительную прибыль от платформы, как мы с вами уже говорили, можно стать партнером компании, приобрести лицензию или франшизу, назовите по-другому. И, соответственно, тогда вы имеете возможность строить бизнес с компанией и получать доход со многих поколений в глубину. Именно вот это в свое время привлекло меня. Я понял, что построив клиентскую сеть, не нужно людям переделывать мозги, агитировать за тот или иной продукт, говорить, что ты не так кушаешь, или не так пьешь, или не на той сковородке готовишь, или не той косметикой пользуешься, как обычно делают это в разных сетевых компаниях. Ты просто человеку говоришь, вот тратишь деньги, трать дальше, только если ты их тратишь через платформу, соответственно, будешь получать кэшбэки. Все, допустим, вы пригласили 100 человек, они начали пользоваться платформой, получили свою выгоду, там, даже если они просто простые клиенты, они этим делятся, тем более, если они карточку Gold купили, они рассказали другим людям, допустим, сделали то же самое, по 100 человек пригласили, вот вам уже на второй линии 10 тысяч человек. В среднем, даже если вы будете получать там по $1 с человека, вот вам 10 тысяч долларов дохода. На третьей линии люди сделали то же самое, вот вы уже 1 000 000 человек, и вы можете зарабатывать $1 000 000 дохода. Даже если люди совсем по чуть-чуть будут покупать, и там вам по рублю всего капает, но это 1 000 000 рублей. Для многих людей это очень хорошие деньги, каждый месяц получать по 1 000 000. И вот здесь вы сейчас видите на старте, уже на какие доходы вышли люди, да, то есть первые топ-10 компаний. Многие из этих людей абсолютно не имели опыта сетевого маркетинга. Кто-то был инфопредпринимателем, кто-то занимался бизнесом, кто-то не имел опыта сетевого маркетинга. Но люди вышли, как вы видите, на хорошие очень чеки. И вот, допустим, Роман Проценко за прошлый месяц, это немножко данные уже устаревшие, его чек составил более 27 тысяч евро в месяц. Представьте, у парня не было ни опыта какого-то, да, там сетевого маркетинга, ни каких-то подписчиков огромного количества, как у инфоблогеров, например, в интернете. То есть у него просто, ему понравилась идея, он начал очень-очень активно делиться этой идеей со своими друзьями в первую очередь. И, кстати, его друзья на сегодняшний день тоже в десятке первых чеков, ну и, соответственно, со всеми остальными людьми. Вот. Как же работает бизнес-партнерство? Для того, чтобы стать бизнес-партнером, у нас есть 4 пакета. 4 пакета, которые определяют ваши возможности с системой. Пакет Platinum, Black, Black Extra и Business. Обратите внимание, в каждом пакете есть Gold статус. Это карточки Gold. Соответственно, просто подключив 4 человек, например, на Platinum на карточке Gold, 34 евро идут вам. И вы полностью покрываете стоимость любого пакета только вот за счет карточек. Дальше. В каждом пакете есть набор опционов. Про опционы я расскажу чуть-чуть попозже. Просто обратите внимание, что это количество опционов имеет право купить каждый партнер, чтобы войти в долю в банке. Про банк, про экосистему, которую мы планируем создать, я расскажу в конце, да. Просто запомните, что это есть. И обратите внимание, что в пакете бизнес 4 опциона уже идут в подарок. То есть 4 акции человек получит и будет получать, помимо всего прочего, просто пассивный доход благодаря тому, что у них это есть. Вот. Дальше обратите внимание, что каждый пакет дает активность на месяц. Многие говорят, это что, через месяц мне надо новый пакет покупать? Нет, друзья мои, пакет покупается один раз и на всю жизнь. И на всю жизнь вы имеете право получать доход со всех кэшбэков людей, которые пошли от вас. Пакет будет определять просто глубину. Вот. Для этого даже активности никакой не нужно делать. Активность нужна для того, чтобы получать доход с проданных лицензий. Если вы решили строить партнерскую сеть, а не только в одиночку приглашать людей, не только клиентскую сеть строить, вот для того, чтобы получать доход с партнерской сети, с проданных лицензий, вот для этого нужна активность.
активность. Активность у нас 34 евро в месяц. И на этом, за эти деньги вы получаете одну gold карточку или gold статус. Вот. И каждый раз, когда вы подключаете партнера или подключаете клиента с карточкой gold, эти 34 евро вам назад возвращаются. Таким образом, вы берете просто на себя как бы некое обязательство по одному человеку в месяц подключать к системе. Внизу вы видите стоимость пакетов: 115 евро, 224, 496 и 895 евро. И вот начать я хочу рассказывать про последний пакет. Почему именно про последний пакет? Потому что количество этих пакетов ограничено, и мы их запустили всего лишь 10 октября в продажу. И они начали мгновенно разлетаться. В первые 4 дня там более 400 пакетов было продано. И на сегодняшний день осталось всего лишь 270 пакетов. То есть они расходятся очень быстро. Я думаю, к концу ноября, то есть те люди, кто уже будет подключаться там в декабре, в конце года, этих пакетов не будет. К сожалению, они не успели. Так всегда бывает. Кто-то успел, кто-то не успел. Соответственно, в чем их преимущество? Помимо того, что человек получает возможность строить партнерскую сеть, строить клиентскую сеть и зарабатывать со всего товарооборота крупнейших брендов, человек, у которого есть бизнес-пакет, он имеет возможность подключать к системе интернет-магазины. То есть у него есть эксклюзивное право подключать к системе интернет-магазины. Из каждого подключенного интернет-магазина получать процент с оборота этого магазина. То есть люди приходят через платформу, делают покупки, и вы получаете 10% со всех кэшбэков всех людей, которые сделали покупки в этом магазине. Подключили там 5 магазинов, подключили 10 магазинов, обеспечили себе очень хороший пассивный доход. Понятно, что чем больше магазин вы подключите, тем больше будет доход. Вот в данном примере у нас расчет идет, допустим, оборот 1 миллион рублей, но это оборот даже не магазина, а скорее маленького ларечка, вот, потому что магазины делают значительно больше оборотов. Вот просто зайдите ради интереса в Яндекс, в Google, посмотрите, какие делают обороты интернет-магазины. Соответственно, кэшбэк составит 100 тысяч при таком обороте, то есть клиенты получат назад 100 тысяч рублей, доход ваш составит 10 тысяч рублей. Этот процент можно немножко повышать. За каждые 5 подключенных магазинов вам дополнительно 1% будет идти от компании. То есть, и этот процент можно увеличить до 15. Вот такие вот дополнительные возможности имеет пакет бизнес. Он эксклюзивный и, соответственно, как я уже сказал, их осталось совсем мало. Но давайте посмотрим, какие возможности получают другие пакеты. Вот когда ребята начинали, вы видели чеки, доходы, да, то есть это доходы без пакета бизнес, его тогда еще не было. То есть он появился вот совсем-совсем недавно. 7 видов дохода имеет каждый пакет, в том числе и бизнес. Но про первый вид дохода я уже рассказывал. Кэшбэк, то есть со всех заказов всех людей, которые пошли от вас, до 10 уровней в глубину вы можете получать кэшбэки. Мы с вами посмотрели в примере, даже на третьем уровне уже можно зарабатывать там до миллиона долларов, если вы просто научили людей умно потреблять продукт. Я всегда привожу простой пример. Допустим, вот придите ради интереса в крупный супермаркет типа Ашан, Метро, Лента, все они есть у нас на платформе, и посмотрите, огромное количество людей в выходной едут в эти магазины, затариваются продуктами, стоят в очередях, потом с этими сумками тащатся домой. А могли бы, не выходя из дома, заказать, вам привезут отборные уже продукты, соответственно, еще с этого кэшбэк дадут. Конечно, это значительно лучше, вы экономите время, вы экономите деньги. Вот показав это другим людям, вы начинаете получать доход со всех их покупок. И это первый вид дохода. Первый вид дохода, что про него хотелось бы сказать, пакет будет определять, как глубоко вы будете получать кэшбэки с того
с тех людей, которым вы рассказали, что пошло от них. Пакет Platinum дает возможность получать кэшбэк из 2 уровней, пакет Black до 5 уровней, пакет Black Extra до 10 уровней. Вы видите процентные раскладки вот в данной табличке. Дальше, второй вид дохода — это карточки Gold. Про них я тоже уже немножко рассказывал. Каждый пакет включает в себя набор карточек Gold. И когда человек покупает карточку, эти деньги, 34 евро, идут вам. И вы таким образом отбиваете полностью пакет. И мы вот видим, что пакет Platinum возвращает вам 136 евро, пакет Black возвращает вам 272 евро, и пакет Black Extra возвращает вам 544 евро. Когда все карточки на пакете заканчиваются, вы все равно продолжаете получать доход, но получаете уже по 17 евро. Идем дальше. Третий вид дохода. Третий вид дохода — это когда вы приглашаете партнера, и он покупает партнерскую лицензию. То есть он тоже покупает какой-то пакет. Соответственно, тут же сразу вы получаете доход. Вы получаете доход, и он будет зависеть от того, какой у вас пакет. На пакете Platinum вы получаете 15% от пакета человека. На пакете Black вы получаете 20%. И на пакете Black Extra вы получаете 25% суммы покупки данного партнера. Допустим, если партнер купил пакет бизнес, вы тут же получаете 89 евро. Здесь уже все посчитано. Ну и на пакете бизнес также 25%. Пакет бизнес, чтобы больше не возвращаться к этому, у него все такие же виды дохода, как у пакета Black Extra. Такие же проценты, такие же возможности. Вот. Поехали дальше. Если вот в предыдущем слайде вот здесь за каждый пакет вы получаете деньги, то первые 30 дней компания вам дает дополнительную такую возможность, дополнительную мотивацию. За каждых 4 блэков вы получаете дополнительную премию 100 евро. За каждых 4 Black Extra или пакетов бизнес вы получаете 200 евро. То есть это первые 30 дней, которые, чтобы вы могли быстрее стартовать и больше зарабатывать. Следующий вид дохода очень интересный и один из самых высокодоходных. Это командный бонус. Как он работает? У каждого человека есть две команды. Левая и правая. Соответственно, все люди пойдут либо в левую команду, либо в правую команду. И, соответственно, вот смотрите, допустим, вот все 5 человек в данном примере пригласили, допустим, вы. Соответственно, один влево, второй вправо, потом опять влево, вправо. Вы можете их сами распределять. Правило системы очень простое. Первый человек идет всегда в левую ветку, вернее, даже не так. Первый человек всегда идет в спонсорскую ветку. Она может быть левой, она может быть правой. И, кстати, поэтому вы сразу увидите, какая ветка спонсорская. Второй человек пойдет в другую ветку. А вот третий и четвертый пойдет туда, куда вы поставите. Ваша задача держать баланс между ветками. И вот потому что командный бонус будет вам оплачивать все обороты, которые прошли под вами. Здесь могут быть как ваши люди, так и могут попасть по спилловеру, как это говорится, да, от команды спонсоров и партнеров параллельных веток, да, которые с вами в одной ветке. И, соответственно, пакет будет определять, какой процент с этого оборота вы получаете. На маленьком пакете вы получаете 15% со слабой ветки. А на среднем пакете, на пакете Black, вы получаете 20%. И на пакете Black Extra вы получаете 25% с товарооборота слабой команды. То есть это очень хорошие деньги. Могут быть, в отличие от многих компаний, мы не ограничиваем доход по веткам. Соответственно, вот только по этому виду дохода можно получать огромные деньги. Собственно, их уже люди и получают. И вот вы можете посмотреть, партнеры компании, которые стартовали, буквально за считанные дни выходили на очень хорошие доходы. Да? Соответственно, сейчас в соцсетях все больше и больше чеков людей. Кто-то за один день зарабатывает несколько тысяч, кто-то за неделю зарабатывает несколько сот тысяч рублей. Да? И рекорды, казалось бы, на старте были большие рекорды, а сейчас все больше и больше людей эти рекорды бьют и двигаются еще быстрее.
И как это работает? Все виды дохода, они складываются. Вот в данном примере, допустим, вы вошли на Black Extra и пригласили 4 человек, которые тоже вошли на Black Extra. Что мы заработаем? 4 раза у нас по 34 евро карточки Gold спишутся и зачислятся нам комиссионные. Карточки Gold зачисляются мгновенно. Дальше. За каждого Black Extra зачисляется по 51 евро стартовый бонус, и за 4 это будет 204 евро. Также за 4 мы получаем премию, экстра бонус 200 евро, и 102 евро будет с командного оборота. Итого 642 евро мы заработали, пригласив 4 человек в команду на пакеты Black Extra. Еще 4 человека, еще 642 евро и так далее. Дальше. Следующий вид дохода очень интересный. Ну вот здесь еще есть пример. Если в вашу команду вошли 4 человека на пакет бизнес. Казалось бы, работа одна и та же. Вы рассказали людям про возможности. Конечно, большинство людей выбирает пакет бизнес, потому что он эксклюзивный и он дает больше возможностей, больше источников дохода. И на нем только на подключение интернет-магазинов очень хороший себе пассивный доход можно построить. Да? Так вот, пригласив 4 человек на пакет бизнес, вы зарабатываете 871 евро. То есть практически окупили свой пакет, если вы вошли на бизнес. И уж тем более, если вы вошли на пакет Black Extra. Дальше. Следующий вид дохода называется Matching Bonus. Это вообще замечательный вид дохода. Потому что вот благодаря этому виду дохода вы понимаете, почему выгодно приглашать своих людей. Понятно, что благодаря бинару вы можете заработать и на товарообороте там параллельных веток, но когда в команде есть свои люди, благодаря этому виду дохода вы можете получить очень и очень тоже серьезные деньги. И такие примеры у нас есть. Что это за вид дохода? Допустим, вы пригласили человека, который заработал деньги по командному бонусу, то есть с товарооборота команды. А вы получаете доход с его чека. И пакет будет определять, какой доход вы получаете. Это очень интересный вид дохода. Да? Я вам пример просто приведу. Вот у нас есть девушка, зовут ее Наталья, которая пригласила Романа Проценко. Вот вы его видели в десятке первых чеков, он занимает вторую строчку в рейтинге. Роман заработал в первые месяцы работы 18 тысяч евро. Вот у нас было мероприятие в Москве, эти все чеки озвучивали, результаты озвучивали, поэтому я их просто повторяю, да, то есть это вот факты. У Натальи, по сути дела, помимо Романа, команды на тот момент не было. У нее были сложные семейные обстоятельства. Сейчас она включилась в работу, и у нее пошли команды, подписки. На тот момент у нее вот Романа команда работала, и все. Роман заработал 18 тысяч евро, и Наташа только практически благодаря вот этому виду бонуса заработала 6 тысяч евро. Поэтому, если в вашей голове сейчас родились люди, которым надо быстро рассказать про этот бизнес, да, вот эти люди могут сделать вас очень состоятельными людьми. Вот, поэтому делитесь, почему у нас платформа называется Win-Win. Да, вы поделились, люди выигрывают, и вы выигрываете. Клиенты, которые бесплатно регистрируются, получают свои кэшбэки, они тоже выигрывают. Люди, которые их пригласили, получают свой процент, тоже выигрывают. Ну и, конечно же, выигрывают магазины на платформе, потому что они получают живых клиентов, у них не сливаются рекламные бюджеты, они тоже счастливы и довольны. Ну и это еще не все. Есть еще 7-й вид дохода, квартальный бонус. Это единственный вид дохода, который получают не все, а только те, у кого уже есть команда и структура. То есть 2% от товарооборота компании идет в такой глобальный пул, и, соответственно, все люди, которые в квалификациях, делят этот пул между собой. И поверьте мне, это тоже могут быть очень хорошие деньги, потому что они идут со всего товарооборота компании. В предыдущем бизнесе, где я работал, только по этому виду дохода с глобального пула я зарабатывал там до 50 тысяч евро в месяц. Вы можете представить, насколько серьезны эти деньги. Да? Здесь это тоже есть, и, соответственно,
Квалифицироваться можно достаточно просто. У нас есть люди, которые прям буквально за 10 дней входили в квалификацию и начинают получать деньги с глобального пула. Ну и теперь вернемся к опционам. Система кэшбэк у нас уже есть. Она разрабатывалась 4 года, она работает. В мае месяце, в конце мая запущена. Уже идут клиентские заказы. У меня, например, каждый день капают какие-то денежки со структуры, да, то есть люди пользуются магазинами, получают свои кэшбэки, и вам с этого идет доход. Это запущено, это работает. Но наша задача — это создать экосистему, в которую помимо кэшбэк онлайн будет входить свой банк, своя платежная система, потому что сейчас мы очень много денег приносим банкам и платежным системам, которые нас обслуживают. Соответственно, и когда свой банк мы открываем и свою платежную систему, мы запускаем кэшбэк офлайн. Что это такое? Мы будем подключать уже в том числе и офлайн магазины, и вам значительно проще уже будет пользоваться системой, потому что вы зайдете в систему, привяжете к ней свою банковскую карточку. Банк и платежная система позволяет отслеживать все транзакции. Соответственно, мы четко знаем, вы потратили деньги, и мы вам даем кэшбэки, даже когда вы их тратите в простых магазинах. Более того, мы делаем мобильное приложение, которое вам по геотаргетингу будет показывать рядом с вами находящиеся магазины, которые дают кэшбэки, которые дают скидки. Вам остается пользоваться товарами, получать удовольствие и получать назад деньги. Так вот, что такое опционы? 25% от акций банка мы отдаем нашим партнерам. Вернее, не отдаем, а продаем нашим партнерам. То есть даем возможность им купить их на льготных условиях. То есть сейчас они по 79 евро, и каждую неделю растут в цене. Почему растут в цене, часто спрашивают. Потому что мы независимо от всего уже инвестируем деньги, разрабатываем банковское программное обеспечение, разрабатываем технологии, тратим на это деньги. Соответственно, потраченные деньги увеличивают стоимость капитала. Да? Вот. И весной следующего года мы проведем ICO, дораспродадим акции, то есть мы выделяем 25%, мы сейчас даем партнерам, что не распродастся, дадим возможность купить стороннему рынку с декабря уже месяца, да, и, соответственно, ICO у нас будет весной, там по 500 евро мы распродадим еще 15% акций, но уже не голосующих. У партнеров они голосующие, то есть они полноценные партнеры, да, то есть там будут акции не голосующие, только дающие возможность получать дивиденды. И когда это произойдет, банк запустится, все партнеры будут получать пассивный доход. Так вот, у партнеров, которые купили бизнес-пакеты, 4 акции идут уже в подарок. Поэтому, друзья мои, кто уже купил, того я поздравляю. Кто не купил, у вас еще есть шанс. Надеюсь, вы посмотрите эту презентацию до того, как они закончатся. Вот. А я вам от всего сердца желаю обратиться, если вы смотрите эту презентацию впервые, и вы, если еще не зарегистрировались, обратитесь к человеку, который дал вам эту ссылочку, вернее, который дал вам этот ролик. Он, скорее всего, уже партнер компании, он вам поможет зарегистрироваться, он ответит на все вопросы. И с момента регистрации, как только вы покупаете любой бизнес-пакет, вы встаете в бинарную систему. И вы уже начинаете зарабатывать деньги. У меня уже сейчас есть в команде люди, которые встали, еще не успели никого пригласить, а под ними уже идет большой товарооборот, который будет приносить им доход. Соответственно, занимайте место бинарной системе. И второй момент. Как только вы зарегистрируетесь и оформите любой пакет, у вас открывается доступ к системе обучения. Потому что наверняка у многих у вас сейчас в голове вопрос. Так, ну хорошо, я сейчас куплю пакет. Я сейчас зарегистрируюсь. У меня будет свой бизнес. Дальше, что мне дальше делать? Кто меня научит? Кто мне ответит на вопросы? Кто мне поможет? Вот, друзья мои, вы попадете в готовую систему с бизнес-обучением, где все по шагам расписано. Вам насчет этого даже париться не нужно. Все, что нужно вам сейчас,
понять, нужно ли вам это, хотите ли вы зарабатывать с крупнейшими брендами, хотите ли вы экономить деньги и умно ими распоряжаться, хотите ли вы построить бизнес, который приносит вам доход 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ребята, вот молодые, которые у нас уже вышли на хорошие доходы, сейчас уехали в Таиланд, отдыхают, и наш бизнес, так как контролируется полностью через интернет, его контролируют оттуда и продолжают развивать. Вот такой стиль жизни вы получите благодаря нашей платформе. То есть вы можете зарабатывать с миллионами товаров и с огромным количеством магазинов, которые уже есть на платформе. Ну и, конечно же, те, кто успеет взять пакет бизнес, получат возможность еще и зарабатывать на подключении магазинов. С вами был Савич Сергей. Я вам от всего сердца желаю успехов. Я вам желаю, чтобы с Win-Win People реализовались ваши мечты. И, конечно же, в первую очередь поделитесь этой информацией с активными людьми, потому что благодаря матчинг-бонусу это сделает и вас в том числе богатым. На нашей платформе выигрывают все. Всего доброго и успехов!